Так, я закупился. Так, нужно ролик влог начать. Всем здорова, ребят. Давно не было видеороликов на моем канале. Вот сейчас только что был в семафоре, купил 5 морковинок, ну еще немножечко еды. Сейчас иду домой, буду, наверное, стрим запускать. И уже, я думаю, увидимся через минут 30, либо же часик. Хорошо дома. Эх, дом, милый дом. Наконец-то я могу сесть за компьютер и сделать стримчанский. Ага, за стрим садиться. Надо хотя бы еду, наверное, в холодильник положить, а то как бы не... Неделя. Печенье можно и в тумбочку положить, в принципе. Не проблема. Так, все, стрим заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч. Так, все. Стримчанский закончен. Теперь уже ночь. Теперь можно и поесть. Ой, сегодня, конечно же, хороший был день. Спасибо подписчикам. Ну, в принципе, теперь можно даже лечь спать. О, голова раскалывается почему-то со вчерашнего дня. 4 утра. Ну давайте что ли ручки пойдем помоем. Я вроде свет оставлял включенным. Пробки походу выбило. Ну сейчас посмотрим. И воды нету. Вы издеваетесь? Почему за эту ночь что-то произошло? То, что вода и электричество просто вырубилось. Окей. И в подъезде тоже. Рубильники включены. Может, вот так вот сделать? Ага, фигушки. На, такое. Что же делать? Пойдем к соседу, может у него там свет есть. Так. Сосед! Открывай! Его что, дома нет, что ли? Здесь дверь открыта. Откроюсь. Ух, ё-моё. Твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что с ним тут произошло? Ладно. Надеюсь, я этого не видел. Где мой... Вот мой кухонный нож. Пока что... Так, свет вырубили. Воды нету. Соседа зарезали. Что происходит в этом чертовом городе? Надо что-то делать, потому что так нельзя оставлять. Надо проверить, есть ли связь. Точно. У меня же есть мой телефон. Мой iPhone. Так. По-моему, тут всегда связь ловила. По-моему, тут всегда у нас был интернет. Так. Даже на балконе не было. Нету. А чё на улицах никого нету? Во всем городе нету света? Вообще, уже 5 вопросов, где что находится. Где свет, где связь, почему соседа зарезали и где вода? Так, ладно, будем это решать проблему уже-то, наверное, на улице. Так, улиц... Вообще на улицах никого нету. Вчера же только люди ходили. Кто-то на работу, кто-то в детский садик, кто-то в магазин. О, я помню, на этой площадке бабульки сидели. И же мамки. Вообще никого. Все улицы попросту пустые. Давайте в магазин попробуем зайти. Потому что... Возможно, там кто-то будет. И просто на улицах никого нету. В магазине тоже света нету. О, лампочка горит.
Походу, с электричества еще где-то есть, либо же лампочка просто бракованная. Ну тут жутко, да. Может, у нас что-то на полках есть? Может, что-то осталось? Ага. То есть, походу, за эту ночь весь город попросту опустел. Не знаю почему, на полках ничего даже нету. Давайте посмотрим в складное помещение. О, тут дверь открыта. Никогда сюда не заходил. Тут тоже вообще ничего нету. Ни одна полочка тут ничем, так сказать, не кишит. Понятно. Я один в этом городе, без света, без воды, без ничего. Без связи. Может, я сплю? Ай! Нет, не сплю. Так. Кто там шандарахается в дверь? Твой... Тихо. Ножик. Что-то где-то снизу, по-моему. По-моему, где-то снизу. Вот, по-моему, вот эта вот квартира. Нет, нет. А, вот. Извините, вы там дверь не можете открыть? Да. А отсюда не открывается. Попробуйте там что изнутри открыть. Да. Блин, сумасшедшая. Почему все люди с ума сошли? Либо же это вообще не был бы человек. На всякий пожарный у меня был тайничок на балконе. По-моему, либо же этот, либо... Ну, зайти этот. О, да. Пистолет. Пистолет с тремя магазинами. С кайфом. Это на всякий случай был, когда вот такая вот хрень происходит. Теперь я должен пойти к этой тетке. Не знаю, что произойдет, но надеюсь, останусь жив. Девушка! О, что-то упало. Как будто кусок мяса какой-то. Походу на улице. Побежали, побежали, побежали. Что происходит? Твою ж ты ж мать! Она вообще жива? Она, походу, с того балкона упала. Да. Либо же она рехнулась, либо же я не знаю, что с ней было. Ну, разочек можно понифигануть. Успокойся, Вань, успокойся. Все будет хорошо. В этой жизни все будет отлично. Живой человек! Живой человек! Мужчина! Мужчина! Здравствуйте! Я, если что, с миром. Мужчина! Где вы? Оружие на землю, руки за голову! Твою мать...